сегодня я везу детей в садик. Да, Афанасий? Кто тебе мама везет? Мама. Да, ты рад? Да. Берем наши шортики с хвостиком. Это для Антошки. Да. Антошка будет зайчиком сегодня на Спасе. Сегодня праздник, яблочный Спас в садике праздник, да? Да. Что? Так. Ну все, вот так, да. Молодец. Все, вот так, все. Беги, я сейчас медик, наверное, возьму, да? Папа яблок же привез? Да. Фанька сегодня в хорошем настроении, да, сына? Да. Пока. Угу. Давай, я приеду, да? Так, теперь Григория кормлю завтраком, яичница, чай. Я уже съела окрошку, кофе. И нам скоро ехать, да, Гриш? Ты готов? Слова надо будет повторить, или ты там все помнишь? Да все, как ты что хочешь? Детский сад? На завтрак? Мама, это тренировка. Да. Одному хвостик принесли, Гриша вот брюки принесли. Наступать. Ой. Кажись. Рудя, а ты кто? Мишка? Батя. Батя? Яблочный Пуха. Спас. Всем час. Все православные крестьяне отмечают праздник. Я что это за праздник? Это когда яблочки кушают. Яблочный Спас, когда яблочки кушают, мед макают. Снова праздник открываем. Да! Сейчас мы с Борей расскажем стишочек. Ножки высоко поднимаем, думай, моя хорошая. Остановились ножками, потопали. Ага. Тима, ты можешь прийти в другое время?
кричать? Никак, хорошо? Договорились? Как тебя зовут? Будешь кричать имя Юля, тебя Боря, да? Кричишь громко, Боря, а ты кричишь Фэй. Давай еще раз попробуй, просто громко, каждый кричит свое имя. Вот и кричите громко, а ты кричи свое, Кирюша. Давайте еще раз попробуем. Раз, два, три, имя свое кричим. Ну плохо, плохо, конечно. А еще раз последнее слышала, и вы тоже слышали? Вон, смотри на мою Андреевну. Получится у нас. Самая маленькая. У кого самая маленькая? Вставайте. Еще у кого большая? Нет, еще есть такая. У вас все есть. Большая. Пойдем, у кого большая матрешка. Маргарита, раз, ты поняла? Два, три, начало игры! Побежали, Родион, вокруг стульчика. Родион, возле своего стульчика, Родион. Ага. Отдавай, Маргарите ложечку. Назад, Родион. Назад, Родион.
Не-не-не-не-не-не. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Быстрее, хватит, Дим, все, достаточно. Поднимай вверх. Вы выиграли. Команда ваша выиграла. Молодцы. Приготовить. Компот, яблочный пирог. Еще. Яблочный пирог. Яблочки запечь можно. Катя. Катюша. Еще Дима. И водичкой поливали. Чудо яблонька стоит, расцветает, шелестят. На носочки поднимайся, на носочки. Не подняем, а покинем. По счастливых яблок соберем, яблочки медовые, на лукошки новые. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, дай кошки новые, яблочки мы принесем, пирожков мы напечем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, пирожков мы испечем. Дачник нынче спас, ой-ой-ой, ой-ой-ой, нынче праздник, нынче спас. Что за чудо вижу я? Яблонька, красавица! Что за чудо вижу я? Яблонька, красавица! Симка яблочко сейчас! Мишеньке понравится! Ребята! Ребята, давайте Лисоньку испугаем. Давайте. Будем громко хлопать. Испугалась Лисочка. Что за чудо вижу я? Яблонька, красавица. Съем-ка яблочко сейчас. Петушку понравится. Ребята, давайте петушка испугаем. Давайте. Будем топать. Поднимайтесь на ножки. Давайте топать. Видно, сторож здесь хорош, еле ноги унесет. Убегаю, убегаю, яблоки вам оставляю. Кто такой Сайка? Очень любит яблоки. Нашего зайчика даже пугать не нужно. Он уже испугался. Да. Оставляет нам яблочко. Все, побежал. Стой-ка, зайка, дружок. Приходи-ка на лужок. Всех зверюшек приглашаю. Но прежде чем вас угощать, нужно всем дружно показать. Детки, хлопайте в ладоши. Сюда, сюда, сюда. Поднимайте, Алина, Алина.
потом. Алиса, дай ручку Камилу. Мы играли, пели вместе, танцевали, шутили. Настал момент. А на прощание, ребята, мы приготовили для яблочки. Ароматные, вкусные, наливные. Давайте попробуем. Молодец, молодец, Заря. Артистом. Голодный. Бери, Яна, яблочко. Молодцы. Ребята, вы... Афоня. Он преобразился, стал не таким, как они его привыкли видеть, а стал сияющим, чистейшим каким-то, вот они не поняли сразу, что произошло. Так вот, этот праздник преображения Господня, он говорит о том, что мы, живя на земле, должны с каждым днем становиться лучше и светлее, с каждым днем своей жизни, не хуже, а лучше, чтобы мы преображались в своей жизни. И в конце концов, когда мы пройдем вот этот жизненный путь, чтобы мы с вами заслужили вот именно вот такого сияния преображения, чтобы мы стали такими. Не только для Бога, но для всех своих близких и родных. И чтобы они, видя наши дела в жизни добрые и хорошие, наши отношения к ним, чтобы они тоже с нами становились лучше. Потому что, знаете, когда вы же любите, когда вас воспитатели хвалят, и мы или папа, и мама дома, правда, любят? Да. И вам не нравится, когда вас ругают, если даже вы нашкодничаете, правда? Не нравится, потому что это неприятно. Так вот, хочется вам пожелать, чтобы вас всегда хвалили, чтобы ваши поступки всегда были добрыми и светлыми. Вот тогда вы считаете, что вы живете не напрасно. Радуйте своих родителей своим здоровьем, своим отношением к ним, своих воспитателей слушаете. Они тоже ваши мамочки, воспитатели. Они о вас заботятся, они ущерб своей семье, своим детям отдают вам
свое время. А это подвиг. Это настоящий подвиг, как на войне. Потому что с вами не очень легко, вы сами знаете. У каждого из вас свой характер, свои какие-то пожелания, свои какие-то поступки, наклонности и так далее. И ко всем вам они должны отнеситься ровненько и с любовью. Так вот, цените эту любовь, цените, берегите ее, чтобы вас всегда любили все, кто вас окружает. А для этого всего-то нашего надо быть самим добрым и любить всех. Еще раз вас с праздником. Я сейчас молитву это прочитаю, мои яблочки виноградника вам отпятим, хорошо? И кушайте витаминки, поправляйте, и никогда не болейте, хорошо? Обещаете не болеть? Да. Вот вот. А обманывать меня нельзя. Значит, не болеем и радуем своим здоровьем папочку, мамочку, воспитателей. И никаких болезней не делаем, хорошо? Никаких там болезней, каких-то простудных и чего-то. А для того, чтобы не болеть, надо бы как раз больше кушать яблок и виноград. Договорились? Да. Господу помолимся. Господи помилуй. Давайте встанем и помолимся все вместе, хорошо? Да. Крестить-то умеем, да? Да. Давайте перекрестимся. Чтобы Боженька нам яблочки и виноградик рассветил и вел. Пойдем, вставай. Папа, вставай. Святого Духа и окропление воды сей священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Не расставляется от мощи и нет. Мы будем и потом кушать. И окропление воды сей священное во имя праздника во всех. Праздников. Зайка,
Спасибо большое, Зайц.
не огорчился заяц и пошел он обратно к яблонькам. Так куда ты пойдешь? Дело к вечеру, туча вон какая надвигается. Мне твои яблоки надо. Нужны мне твои яблоки. Пришел заяц к яблоне, а там волк сидит. Что, яблочек захотел? Да. Мама, фу. Мама, ты не плакай. Плохо детям без отца будут плакать без конца. Пушастик, пушистик, звонок, побегунок, все по лапкам, скок, баскок, четыре сыночка и лапочка дырки. Четыре сыночка и дочка. Да нет, лапочка, дочка. Вот как интересно, лампочка, дочка. Вот тебе это нравится, да, Фонь? А, можно я посеку? Сейчас. Куда тебя? Не хочу. Опа, пойму. Давай же проехали этого большого. Легко и просто. А я родила. Так, мы уже дома. Поели пиццу, я купила две пиццы. На голове тут у меня вообще караул заплела себе косичку, колосок. А там такой ветер. Утренник был у младших. В младшей же группе на улице, короче, мне тут все развеяло. Вот мы заехали, купили на обед две пиццы, дети безумно счастливы. Вот, и забрали цветы родней. Сейчас вам покажу букетик. Так, вот такая вот милаха коробочка, мне очень нравится. Открываешь, а тут цветочки. Цветы, половину цветов, половину пряников. Вот так вот. Запах пряника вообще потрясающий, если честно. Как только открываешь коробочку, то даже первый медовый запах, чем цветочный. Вот такая вот нежность получилась.
Так, я готовлю ужин. Здесь у меня отбитое мясо. Сейчас я его посолю, поперчу. С одной стороны, в прошлый раз куриную грудку. Это куриная грудка. В общем, она отбита тоже только с одной стороны. Достаточно толстая, чтобы не высохла. Вот. И солить, перчить буду с одной стороны, потому что в прошлый раз мне показалось соленовато и немножечко многовато перцу. Ну, не критично, но я так не люблю. Поэтому вот так вот будет. Уже подготовлена картошка тонко нарезана, посолена, поперчена, майонез и сыр. Сразу же сюда тоже натерла, так что вот это все теперь буду выкладывать на мясо, сверху помидорки и в духовку. Так вот получилось. Сейчас все... поедем вечером до тети Веры. Вот, сейчас я все это закрою фольгой, потому что в прошлый раз, короче, долго картошка запекалась, поэтому закрою фольгой, все там пропарится, протушится, а потом открою. Сынок. Ты бы так бы в садике сына плясал. Ага. Расскажи, ты кто? Нет, сюда не надо. Не надо сюда. Расскажи, ты кто? Сюда клади, да. Ты кто? Дедушка. Дедушка? Да. А как дедушка говорит? Дедушка. Старый. Туда. Дедушка старенький? Да. А как бабушка говорит? Ой, Марси. Напугал тебя. Спал. Вот так. Деда Калик! Дома! Все, идем поздравлять тетю Веру. А что сейчас? Уже вечер, сынок, уже 6 часов. Не вечер, а утро еще. Антон Сергеевич, проснитесь, пошлите. Днем рождения. А у кого сегодня день рождения? А у кого сегодня день рождения? У мамы? У нас карточки есть. Антон Сергеевич, ну давай, поздравляй эту тетю Веру. Ты что-нибудь выскочила? Родня сама придумала, да? Кого? А еще и с пожеланиями. Да, родня. Это как раз тебе до 1 сентября, родня. Каждый день по прянику. Можно сейчас тебе. Ну не обязательно все. Я же тебе говорю, каждый день по прянику. Как раз счастье до 1 сентября, родня. Кагон из трибини летит. Самолет. Ух ты, какой звук, да? Вот сейчас пахнет, у меня и точно. Так, ну что, мы на карате. Капуля доделывает эту сушилку для рыбы. Прикольная. А крышка сверху у нас. Ух ты. Это низ, да? Ты укрепляешь? Ну да, чтобы не телепало. Железячки еще с этого. С навеса. Да, когда мы это сколько? 4 года? Ну, 4. А тут папа навесы сделал, да? Просто сверху, да? Да. Ага, ну круто, пойдет? Слушай. Ну не знаю, как рыба высохнет, папуль. А куда будем пить пиво, есть рыбу. И все, да? Замочков никаких не будет, да? Кот сам не откроет. А как? Я переживаю, как бы он бы вот эту пленку не подрал, кот. Ну да. Ну не пленку, это же что, москитная сетка? Ну, будем, как говорится. Надеяться, да? Подержишь, я сейчас еще одну херню пришивачу. Что мне держать? Вот сюда, не? Так, папуля наш сегодня был на чем? На выставке? Ну, да, как? Вот, ну какой-то вот праздник сада. В общем, был там куча всяких прикольных штук надавали. Вот это Кими-сад. Суми, да? Это японский? Нет, нажать он. Да, свежий? Это да, японский? Японский. А, вот так мне такое короче, бы пригодилось. Короче, это рулетка и фонарик. Я там как раз бы поразбирать. Покажи, это отвертки, да? Ну, вообще прикольно.
Я дома. Тоже сумесад? Да, точно. А, и ты вот так чик-чик. А вот в этих яблочках, вот так вот упакованы яблочки, это дождевики. Ну, вы же ее потеряете. Свой очков дали еще. Положу, спасибо. На тебе одну. Что это? Отверточки. Мне пригодится такое. А, это же еще и рулеточки. Я свою потеряю. И дождевиков еще как раз на всю нашу семейку, да? Ну, правда, мама без дождевика. Папа без дождевика. Папа без дождевика, папе, дождевика но с отверткой. Мама, а тут это еще батарейки, да? Ну, наверное, если фонарик там снимать. Ну, только вы сейчас же все посадите. Так, а вот еще это переходник, разветвитель, как он называется, тройник, короче, для USB. Вот еще папе футболку дали. Где те очки были, которые у меня? А вот очки. Еще синие, кстати, мои. О, мама, синие мне. Я люблю синие. Ма, вот какой стол у нас. Какой? Да, блин, как он? Да. Папа, вон там еще белый пакет что-то. А сейчас, что тут за это? Тут... Макулатура? Антоха прикольный. Йоу. All the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.